Anduin versus Anduin. The light shall bring victory. The light shall burn you. Ну да, давай. Так и оставим. Против пристана крутая. Greetings. Greetings. Тут такой момент. Очень деликатный. Что, в принципе, я даже не очень-то расстроюсь, если я получу Пейн на жонглера, потому что Пейн получить на Скарлет Кроссейдер и на Спайдер Танка, мне кажется, более жалко, чем на жонглера. Вот. Да, давай. Либо просто вот его достать. Не-не, давай жонглера. Я хочу получить Пейн. Давай, сделай мне больно. Если получу Пейн, Скарлет Кроссейдер достаю. Следующее. It's time for a little blood. Окей. Пейн не получил. Не, все равно Скарлет Кроссейдер достаю. А забить может? Да давай забью. Тебе в лицо ударил. Вот если бы попал в него, я бы не забивал. А так? Ты все равно разменяешься. Ну какой хитрец. Ладно, давай. Да, все равно пользы-то я с ним никакой не получу. С этой зеленой дырочкой. Можно и выкинуть ее просто на стол. Я рад, что ты себя полечишь и ничего не сделаешь. Я буду самый счастливый на свете. Отлично. И теперь вопрос, что я хочу сделать. Ну, наверное, я хочу сделать 3-2. Какие 3-2? Я вытащу вот эти две карты, потому что если у нее есть Shadow Madness, я достану вот этого Spider Tank'а, то он мне разменяется с 4-3. Мне это совершенно не устраивает. Так он тоже может сделать Shadow Madness, сделать Harvest Голема, получить 2-1, да, убить мне Fury Dragon'а. Но самая крутая карта у меня останется на столе, плюс я смогу сделать Arcanine Soul Priest на следующий ход и добить 2-1. Поэтому давай. План на игру озвучен. Полечить себя. Я не буду четвертое существо доставать. Не-а. Не буду. Mind Vision. Конечно, я сделаю Mind Vision. Посмотрим. Клерочка. Ну, клерч, конечно, не совсем то, что хотелось бы. Вау. Ну ладно. Монетка. ПВШ. Нет, клерчика. Я в любом случае сделаю так. Еще одна клерочка. Окей. Война клерок началась.
The gates are open. Так, стил. Значит, нет, что я хочу сделать? Мне по-любому придется 2 и разменяться, то есть мне остается 6. Ну да, давай вот Спайдер-танк так стил. Ой, я могу ее сохранить. Это хорошо? 2. А я тогда ничего не сделаю больше. Да не, да ну нафиг, я потом что-нибудь повышать сделаю. В любом случае, как бы проблема в том, что даже если я положу повышаю, то он меня разменяет вот так. Это не очень здорово. Я лучше пойду так, это так. Местнуть второй пейн. Наша цель сегодня. Ну, началось. Я не хочу ему давать карты. Давай так сделаем. Ну, в любом случае, он мне его может убить. Пейн. Ну, ладно. Опять же, как бы, 9-й ход, майн контрол пока еще нету. Ну, есть ДС. Тоже, в принципе, нормально. Аргус. Мне нужен мой майн контрол. Что-то стрёмно мне. Ну, пейн я сделаю, ладно. Я психанул. Вот это из того, из разряда вот это. Ну, пока мне 2 клерк сразу убить не может. Что есть плюс. It's clobbering time. 4-4. Петух. Да. Трудно мне придется. Окей. Окей. Is someone injured? И он карту тоже решил взять. Слышь, баучер. Right away. Начнем с хила. Давай. Thank you. Да, без базара. Шторм. Нет, шторм мне не очень. Ну, конечно, круто мне будет резать моих девочек. Ну, давай, защитим. Я засался. Давай, в лицо. Мне нужны ребят побольше под шторм. Wait,
Сову. Крутой. Вот именно для этого я сову и ставил. Тупо ради того, чтобы он мне ударил по ней огром. 12 карт, 12 карт. Ну, у меня много пейнов. Где мои пейны? Блин, а у него очень много карт. Холи Нова. Ну, Холи Нова, это вообще на самом деле круто. Ну, понятно, что я его немного раскачаю, ну и черт с ним. Я две карты сразу возьму. Давай. Пейн. Мне нужен Пейн. Кода. Кода тоже пойдет. Почему не Кода? Давай Кода. Вот это не очень. Но вот сейчас мне нужно отдавать клерик, потому что у меня мало карт очень остается. Да, не хочу получить какой-то еще дополнительный две карты. Просто так. Блин, да ну хватит тебе майн-контролить, дезать все на свете. Ну, не знаю, как ты вообще так можешь сделать? Поступать, подлый человек ты. У меня тоже майн-контрол есть, но... Ну, теперь такой довольно трудный выбор. То есть, я могу либо убрать 6-6, либо убрать 5-2. Трудный это выбор, потому что, как бы, ну, он мне не убьет шторма, теоретически. И это важно. Да, давай я уберу его. Могу, конечно, вообще на халяву забрать. Да, давай на халяву. Вторую клерку достану, будет больно? Да, будет не очень. Что делать? Не, не буду вторую клерку доставать. Слишком стрёмно. Елен. Вот он мой пейн. Ну ладно, мне нужен майн-контрол теперь, у меня он есть. Мы же это знаем, знаем. Бомбер. Давай бомбера, клерку и четверку сделаем. Вообще, так, порядочно, конечно, накидал. Ему нужно сначала полечить, я возьму карту. Что меня более чем устраивает. Для того, чтобы разменяться. ПВШ, окей. Не будешь лечить? Да, наверное, себя полечу. Да, полечь. Берем Чузан. Давай вот так вот заберу тебя. Заберу, конечно. Четыре карты, 8 карт. Ну, корова, конечно, очень крутая против креста, но пока она не сильно нужна. Не сильно нужна, потому что я не могу достать.
Сэрс. Окей. Но Сайленс не та карта, которая прям мега имеет. Embrace the Void. Ну, это Pain. Очень-очень простой Pain. Illumination? Нет, не надо, спасибо. Mind Control последних двух карт. Или Драгон. Такая напряженная битва двух лечителей. Как обычно между ними бывает. Anduin versus Jaina. You asked for it. The light shall bring victory. Нужен ли мне Pain? Да, давай один оставлю. Мне кажется, он не понадобится. Если мне совсем провал будет с рукой. Да, пойдет. Хочу ли я Пейном забирать вот это? Не уверен. А вот это? Ну, тут, наверное, можно забрать. Да, давай. Кто же такой? Это потенциально может быть больше. С тобой. Я не думаю, что он сейчас как-то еще раскачает ману Вирмы, и я просто коды его растопчу на следующий ход. Холли, но он может быть на следующий ход. Теоретически. Кьер, Канцелер. Давай, еще 2-3. Фростбол. Окей. Этого хватит для Холлинау? Я думаю, хватит. Да, давай. Ну, понятно, что он немного впереди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вообще беда. Это беда. Понадеяться на Mind Vision? Я могу сделать Йети и увеличить его ХП в два раза. Но проблема, что если у него есть ответ в руке... Опять же, важно, что как бы... Фаербол просто меня не спасет. Нет, давай я тебя увеличу. На следующий ход будет. Опасный план. Давай полиморфный сок. Ну, полиморф. Здорово. Это был плохо. Так, подхилить с помощью Окинайки и Mind Vision сделать, да, давай. Трога. Но он меня убивает вот этим одним огром, и я ничего не могу с этим сделать. Если он этим огром уберет меня за двоих.
Зор. Шторм. Я могу вытащить шторм и как бы забрать его, но это я не вижу, что в этом прям мега какого-то профита. Наверное, я лучше Санвалкера достану, его заберу и подхилю. Да, давай. Ну, в идеале какой-нибудь пин сюда, там, это ударить мимо. Вернее, этим разменяться, этим ударить мимо, там что-то достать еще. Ну, пока хорошо. Да, давай. Секрет не надо только есть. О, это не важно, это я могу спокойно забрать. Нет, не страшно. Да, тут будет шторм. Будет размен. Лечение. Разболт. Ладно. Варген. Пузо. Холинову я свою одну единственную отдал. Не, Abomination, правда, есть еще, но Abomination мне не сильно нужен. Трок 3 и что-то еще. Наверное, лечение 2. Так, не хватит? Не хватит. Ладно, давай. Печаль будет, если, конечно, у меня будет... Флеймстрайк? Ну, я ничего не могу с этим поделать. Слишком опасно то, что у меня на столе. Ну, я, в принципе, фаербол меня убил. Фаербол. Ладно, Варген хотя бы не инрейджинутый сейчас. И то, вроде как бы хорошо. О, Варгена можно убить. Это достать, девочку достать. Подлечиться. А теперь все зависит от того, что ему пришло на топ-деке. Это не очень страшно. Все в лицо, все в лицо. Окей. Забрать, полечить. Так начать, да? Либо вот так. Нет, это более ценная штука, поэтому я вот так вот сделаю. Вот хордер. Могу так ударить. Да нет, это ерунда. А зачем? Ну да, надо бы убить. Могу, конечно, жонглер плюс... Блин, ну если флеймстрайк с топ-дека, конечно, будет провал. Боюсь я провала. Да, конечно, боюсь. Не, давай. Блин, или нет. Right away. Не знаю. Не уверен. За лицо свое не сильно боюсь, а тут... Окей. Пожалуйста. Не уверен. Попаду? Эх, не попал. Эх, не попал. Ну, давай я еще вот так вот сделаю. Чтобы он не мог убить ее. Или лучше жонглера. Наверное, жонглера лучше. Черт, к черту мне эта сова. Пофиг на нее. Жонглер-то покруче. Конечно, покруче. Так он мне паучком может и этим разменять. А так что мне этот жалкий 1-1? Вообще не волнует. Не волнует. Не. Нисколько.
по максимуму залечить хочется. Ну, можно было, кстати, его сначала достать. Да, была вероятность, что 1-1 убил. Вот этот один кинжал в лицо не сильно мне уж прям важно. Попал туда, куда надо, гад. Ну ладно. Что поделать, что поделать. Мне жалко сейчас выставлять, я не буду выставлять. Я боюсь топ-дек флеймстрайка. Окей. Опять же, по той же причине не буду доставать. Ну, конечно, мог попасть там, попытаться с жонглером в 2-1. Да. Мне он тоже очень нравится. Вот здесь вот я постараюсь уже в вот этого попасть, потому что он опасный уже более. Ну, тем более вот этот парень, он самое оно. Все, здесь ему надо сдаваться уже. Я не знаю, что его может спасти. Ну точно не пин мне в лицо. Как трулечитель выиграл я игру. Медленно, спокойно, взвешенно так. Это можно все... О, да, вообще можно все оставить. Давай. Не очень хочется импа на первый ход получить. А так, пофигу. Не делай ничего. Вот кнопочка, на нее нажми. Давай. Смотри, какая она красивая. Молодец. Солидная карта. Она мне понадобится. Ладно, мне не жалко отдать вот его на Dark Bomb. Он, во-первых, потеряет единицу маны. Во-вторых, у меня есть Scarlet Crusader, которая... Вот это мне нравится. Вообще. Давай вперед, Scarlet. Если разменять с Огром, то здорово. Ну и понеслась, блин. Ладно, давай. О, сало. Сало, конечно, сало. Я считаю, что солидно.
на 7 победах Варлок, и у нее не будет демонов, да не верю, конечно, я в это. It's clobbering time. Окей. Угу. Значит, какие у меня ходы? Я могу сделать дарк-бомбу и ударить. Нравится она мне, ну, как-то так. Могу сделать через монетку Temple Enforcer, но, скорее всего, Temple Enforcer у меня получит дарк-бомбу. Что не очень здорово. Да, наверное, все же дарк-бомба и, через монетку его, чтобы она не убила. Угу. Ну и, соответственно, это будет очень сильное существо под забафом. Но карт у него много. Конечно, стоит отдать ему должное. Что это? Ну, в идеале бы, чтобы это разменялось. У меня. Shadow Bolt. Implosion. А привет, Dark Bomba. Окей. Ну, не сказать, что очень прям страшно трудно мне было стало. А у Кинайка плюс лечение. Да, давай. На следующий ход могу слышать баучер плюс лечение сделать. Как бы солидно. Окей. Фурер Велминг. I am ready to learn. Сойдет. Кода. Нужен ли мне кода сейчас? Ну, мне кажется, не нужен. Я лучше достану слэш баучера плюс вот эту штуку. Больше цель для бафа. Темплар Форсер. For the king. Ладно. Что это? Давай. Я могу достать его, он мне все разнесет. Ну, зачем мне это делать? Я, наверное, лучше парня подольше сейчас достану. Вот это заберу. Отличу. Если что, будет хода. Без лечения. Ой-ой-ой-ой. Темновато. Ладно, я все равно могу разменяться. О, да. Клерка тоже здорово. Да, клерка мне подровывает карты. Значит, 5-1-2. Это будет 8. Давай начну тогда. Здорово. А погоди. Нет, я тогда потеряю. Давай сначала убью. Санвалкер. Может, Санвалкер? Не-не-не, не буду. Не буду. Жалко, конечно, что теряю одну из своих сильнейших карт. На, по сути, его тройку. И, скорее всего, у него есть более какие-то серьезные ребята. Но что делать? Зато стол мой. 6-6 на 6-6 в любом случае.
И, видимо, с Войт-Калером он меня развел. Нифига у меня нету демонов. Не, у меня Сайленс впустую потратил. Нет, есть. Есть, есть, есть. Окей, здесь мне придется достать Санвалкера, наверное. О, либо Вилен Чоузен. Вилен Чоузен мне поможет. 5. Ну, всем на свете, если ударю, да, поможет. Но это останется в живых, это останется в живых. Блин, ну да, мне нужно его резко, конечно, убирать. Что с ним? Как он раскачается, да ну его к черту. Мэндвижн. Нет, я, пожалуй, пас с Мэндвижном. Я лучше достану вот этого парня. Чтобы какой-нибудь условный Арджин Командер не забрал. Ну, будет печаль, если Арджин Командер плюс Mortal Coil, но... Что поделать. Это меня не беспокоит. Уже на самом деле беспокоит немного, ну ладно. Посмотрим, что все. Это круто. Это очень круто. Все на единице, но все живы. Конечно же, не доставать я ничего не буду, потому что... Блин, жесть, если он сейчас, конечно, какой-то Hellfire запустит. У меня будет 4-3 останется. Ладно, да, давай, ничего не буду. Главное, никакой АОЕ. Ну, Mortal Coil вообще печаль. Бомбер тоже печаль. Только не... Фух, скажу я вам. Не надо Mortal Coil. Не надо Mortal Coil. Не надо Mortal Coil. Но это он, мне кажется, зря делает, потому что я сейчас полечу. Само собой. И это все дело разменяю. Abomination. Очень-очень стрёмный. Давай. И давай вот так вот. Да, Abomination мне уже самого меня немножко напрягал. Soul Siphon, окей. Йети. Я 8 урона ему могу нанести. Ну, я могу его захилить, поднять до 6 его здоровья. Ну, там, правда, больше будет. И разменять его. Надо мне это делать. Могу достать вот Мистик, Флэйр достать. И может быть 2 раза попадет Жонглёр. И я разменяю Жонглёром. Забить на это все, просто им разменяться и не париться. Такие вот у меня есть варианты. Да нет, мне кажется, он отжил уже свое. 5-1-то. Или быть мега жадным. Не, давай. Пофигу, отжил. Если бы у меня был какой-то урон в лицо, который я бы мог кинуть, я бы даже пошел в лицо. Но в колоде у меня такого нету. О, это Пейн. Такой Пейн. Просто Пейном всем Пейн. Третий. Well played. Hey,
Это была действительно как бы интересная игра, поэтому сказать заранее well played, это никакого тут БМа нету. Anduin versus Jaina. You asked for it. The light shall bring victory. Три оставлю. Кстати, вот это тоже оставлю, пожалуй. Это все задороговато. Давай, ты беру. Ну, идеально. Рука. Больше желать нечего. Сидим. Drink with me, friend. Окей. 3-2 на 3-2. Но мне может так разбить, так пин сделать, но не знаю. Все равно карта на карту получается, и плюс еще способность. То есть никакого слишком большого профита с его стороны я не вижу. Ну да, плохую карту на... Окей, тогда профит есть. Ну как, все равно карта на карту. И все равно он отдал пин никуда. Поэтому все хорошо. Фаербол вперед. Как все там дела с фаерболами? Конечно же, мы мечтаем о секрете. Не, это не то, что мы хотим. Заберем, захилим и Харвеста. Давай. Все очень просто. Мы получаем и пользу с нашего лечения, и контру его 3-2 достаем. То есть, все как надо. Я думаю, фаербола у нее нету. Ну, если только, конечно, не пришел с топ-дека. Вот. И, скорее всего, следующий ход будет 6-6. Если он так разменяет, то здорово для меня. Ну, вот на элементаль. Мне бы пейн, конечно. Был бы очень кстати. Водного элементаля я просто проигнорирую, наверное. Да. Варголем. Окей. Наверное, Велен Чузен будет. Я как бы могу и шторма достать, и просто вот так разменять. Но, наверное, Велен Чузен будет немного лучше. Или бомбер вообще лучше. Не, Велен Чузен лечение девочка. Да? Девочка лечение. Сколько у тебя будет хп? Это 3. Будет 5, то есть флеймстрайк тебя не убивает. Ну да, давай. My apologies. Это была грязь. Это была грязь. Секретик, секретик. Давай, давай, давай. Я жду секретик. Самое время для секретика. Секретик нужен. What to do? What to do? Секретик и слэшбаутер. То есть, все, это отличный дубликейт, он прям вот нужен. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.
Не, это не то. И не нравится. Это тоже такое. Не фонтан. Не, его я не хочу, мне нужно лечение. Я буду делать лечение. Санвалкер. Ударить, полечить, ударить. Да, давай. Не, начну с вот эту. А зачем мне... Не. А почему мне в лицо ему вообще пробить миллион урона и забить на все на свете? Не, вот это я по-любому заберу. Вот на него могу забить. Тупо забить. Нифига не могу забить, потому что он дровнет еще дополнительную карту, мне это не очень не хочется. Я могу вообще не дровить, потому что Mind Control Tag, мне это не хочется. Да, давай я вот сделаю так. Гляну, что у нее есть. У нее еще дров есть. Давай еще дров сделаем. Еще Mind Vision. Почему нет? Давай еще Mind Vision. Манвирм, окей. Я все понял. Ну, я ожидаю флеймстрайка какого-нибудь. Аркан Селект. Глеб. Я могу сделать шторм и лечение, допустим, йети, для того, чтобы... Не, ну тогда я его потеряю. Мне не хочу его терять, вообще не хочу. Я по-любому буду лечить его. Ну... Давай вот так вот. Манавирм здесь тупо, чтобы его захватил Mind Control Tag. Потому что он мне может убить девочку. Просто сидеть ничего не делать, мне как-то тоже не очень нравится. Просто его немного поднапрячь. Прайм страйк. Прайм страйк. Mind Control. Шторм. Лечение. Да, давай. Behold the might of Stormwind. Justice shall prevail. Бах. Лицо. Опять же, ну как бы, в лицо у меня ничего нету. Я, конечно, могу так стилом у нее что-то своровать. Я победил. Если он мне его не убьет, конечно. Не, не убьет. И да, велен имба. Anduin versus Jaina. You asked for it. The light shall bring victory. Ну, я оставлю это, уберу.
Я не хочу монетку получить. Да, я пас. Мне кажется, Раптор лучше. Просто потому, что если он через монетку трёх какую-то захочет достать Воргина, да, того же, то как это не получится. Это, конечно, минус. Давай. Или могу так стил сделать, но... Дам стол. Я и так его, наверное, отдам. Да, давай так стил сделаю. У меня есть нормальный четвертый ход. Дубликейт. Вот дубликейт, я надеюсь, я сворую. Казан Мистик, она же хоть что-то сделает сегодня в этой... на этом моем забеге арене. Фаербол? Фаербол. Жестко. Что сказать. Давай, слышь, Баучер. Put this apple on your head. Don't mess with Tusk. Коли на умбу получить. И серьезно, два раза попасть. Да ну его нафиг, ну что это вообще за халява? Разве два раза попал? Ну, бывает. Дай мне Холинова в наказание. Давай, Холинова в наказание. Нет, он, видимо, боится. Вот если он так проатакует, значит он сильно боится Холинова. И правильно делает. Хоть как-то это его оправдывает. Столь грязный ход. Я наверное. Так, что я хочу. Ну, если я достану Abomination, он так вот и так ударит. Не очень здорово. Достану двойки. Двойки тоже такое. Ну, вот это достану. Так меня ударит. Там, либо так, так. То есть... Вот это только хорошо примет. Окей. Давай Abomination. В любом случае, я его неплохо покоцаю. Наверное, Abomination надо было на дубликейт вообще ловить. Блин, я знаю, что у нее есть шторм, и на следующий ход он просто обязательно его достанет. То есть мне нужно его как-то подловить, чтобы шторм был не очень большой. Чтобы я смог Холи Новый потом что-то сделать. Но на самом деле, что я буду делать со Штормом, я не знаю. Думаю, что я что-то смогу сделать с ним. И, конечно, он сыграет вокруг Холи Новый, потому что если он играл первый раз вокруг нее и нормально, то и второй раз он сделает это.
Это ударит сюда. Даже... Не знаю. Так. Окей. Вест. Хорес дубликейт полечить. Урон пропускаю. Ну а что делать? Ну, достану я шторму своего. Ну, так разменяет. Мне не нравится тебе. Ну, тут я проиграл. Конечно. Серьезно? А, ну да. Что тебе нужно-то? Нет, тебе нужно было всем попадать. Окей. Одной надо было, да, ему попасть. С того, что он меня убил. В этот раз не получилось выиграть читерным лечителем. Лечителем у мага. Бедного мага, который всего на единичку стреляет, а ты как читерный лечитель, ты же лечишь на два. Это по-любому круче. Да. Что-то оказалось не так в этой логике. Anduin versus Jaina. You asked for it. The light shall bring victory. Не он же? Не он же. Давай я ставлю на третий ход. Наставлю руку. Пойдет. Окей. Наверное, я отдам ему. В любом случае, он может разменяться. Я не хочу получить фростболт. Поэтому я кидаю вот эту. Можно было на самом деле и пинкин. Но я думаю... Да, это пойдет. Нормально. Совсем не то, что хотелось бы, конечно, у нее своровать, но... Что поделать. Казан Мистик, ты придешь ко мне сегодня? Вот прямо сейчас, стоп-дека, давай, 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 стоп-дека, приди. Да, Мистик? Само собой, конечно же, у него будет сразу же Mirror Entity. С рандомным вот его секретом. Как же иначе? Знаете, ты можешь. Ну давай. Или забить. Пейном заберу и хрен с ним и полечу. Да, мне жалко Занглера. Давайте. Ну, шестерку на следующий ход выложу. 4-7, ок. Еще один секрет. Давай без... Блин, второй мир ренты. Провал же будет. Мэндвижн. Давай Мэндвижн кину. Серьезно. Ну хоть тут мир Рентеди. Вот если бы еще и промахнулся я им, то был вообще беда. Ну, тупо не дают мне на стол выйти. Окей. Этим не интересует. Давай тоже тебя достану.
Сколько у тебя карт там? 6 карт. Вот этого сейчас мне достанешь. Достанешь, Мичей. Конечно. Нет, фаербол. Окей. Еще секрет. Еще мир Рентези. Ну не может же быть такого. Блин, я не верю, что это еще один мир Рентези. Хотя, ладно, давай, я проверю. Коля, ну так. Коль, пришла двойка. Время 8-8. Нет. Время убить меня. Что сказать, что сказать. Ладно, сойдет. Дурацкий Кизан Мистик ни разу не сыграл. Вот сколько я ее не беру, вообще бесполезнейшая гуана. Это у меня есть. Во многих количествах. О, что-то хорошее. Не, у меня тут есть.